Ну что, девочки, все на месте? Раз, два, три. Лопаем шарики. Yeah! Голубой, зеленый и розовый. Yes! Эта беременность будет максимально яркой. Мэри достался зеленый. Барбара будет красоваться в голубом. Ей идет этот цвет, правда? А у Пенни такой нежный образ. Розовая прическа очень оригинальна. Прическа и макияж – это, конечно, здорово. Но как быть с одеждой? Мэри сработала быстрее всех. Зеленое платье прекрасно дополняет ее прическу. Милая Пенни получает свое нежно-розовое платье. Барбара, не расстраивайся, и до тебя очередь дойдет. Ожидание того стоило. Какое красивое синее платье. Вот теперь стопроцентная готовность. Начинаем. Это будет интересно. И чем сегодня порадует телевизор? Посмотрим, посмотрим. Романтическая комедия? Пожалуй, оставим. Кажется, Барбару ничем не пронять. Сегодня она железная леди в синем. А вот у Пенни уже слезы в три ручья. Какая же она ранимая. А у Мэри уже настоящая истерика. Какие же впечатлительные эти беременяшки. Но пора прекращать этот эмоциональный хаос. Хладнокровная Барбара берет ситуацию в свои руки. Кто, если не она? Брутальная против няши? А вот это уже лучше. Даже ледяной Барбаре нравится. А нет, показалось. Пенни обожает забавные видео. Это так весело, а вот Мэри как-то не по себе. Да она вся позеленела. В прямом смысле слова. Нашу беременяшку немного тошнит. И Барбаре это кажется посмешнее любых комедий. Им надо почаще собираться втроем. Синий интерьер великолепен. Будто плывешь по бескрайнему океану. Навевает спокойствие. А ведь ребенку это только на пользу. Кстати, о малыше. Его колыбелька еще не доработана. Надо этим заняться. Пусть спит в своей кроватке, как на облачке. И, конечно, бантики. Без них мимимишной магии не получилось бы. Ох, как же Барбара устала. Кевин как раз вовремя. Пусть посмотрит, как она тут все устроила. Милый, спасибо. Синие цветы – само очарование. А у Пенни в детской комнате все розовое. Это царство цветов, сердечек и единорогов. И, конечно, у малыша будет своя кроватка. Больше, больше цветов. Розовый цвет еще не испортил ни один интерьер. А вот и Джек. Пришел проведать любимую. Розовые тюльпаны – сейчас самый лучший выбор. Спасибо, дорогой. У Мэри к рождению малыша уже готова коляска. Малышу в ней будет очень мягко. Ох, еще бы подушку. Как раз есть подходящее. Готово. Малыш, все это для тебя. Мэри так и представляет, как будет возить эту колясочку по улице. Мартин как раз вовремя. Зеленых цветов он, видимо, не нашел. Но витаминный брокколи даже лучше. Лучший букет для будущей мамы. Цветной челлендж отнимает столько сил. Не пора ли перекусить? На обед сегодня вкусный салат. И фруктов тут хватит на всех. Пенни будет лакомиться красной клубникой. Мэри без ума от манго. А Барбаре достается темно-синяя голубика. Кажется, все девушки довольны. Но Барбара не отказалась бы от сочной клубники. По правилам цветного челленджа это запрещено. Вуаля, теперь можно есть. Ну и ну. А что, так можно было? У Барбары по плану первоклассный отдых. Наконец-то она в своей любимой стихии. Сегодня Барбара решила немного поплавать. Тебе нравится, малыш? Кажется, ребенок не возражает против купания. Значит, можно сделать небольшой заплыв. Приятный и полезный отдых. Это так бодрит. Как насчет аква-аэробики? Барбара обожает воду. Вот бы ее малыш полюбил водную стихию. А для Пенни нет лучше отдыха, чем дегустировать вкусняшки. Да это же целое сладкое королевство! Розовая вата, что может быть идеальнее? А какие тут ароматы? Ни с чем не сравнить. Вау! Этого сладкого воздушного пони
Нужно срочно съесть. Начнем с гривы. Потом можно приступать к мороженому. Разумеется, розового цвета. А еще лучше совместить два десерта, правда? Вот оно, настоящее счастье будущей мамы. А Мэри свободное время предпочитает проводить на природе. Лучшее время для прогулки. Вокруг столько зелени. Красота. И беременность не повод забывать про активный образ жизни. Где там мой самокат? Ю-ху, поехали! Все беременяшки ходят к врачу. Даже наши яркие подружки. Правда, сегодня они немного боятся. Но надо успокоиться. А вот и врач. Ну что, девушки, приступим. Ну вот, УЗИ. Это совсем не больно. Но Барбара с Мэри в панике. А зеленую мамочку, как обычно, начала тошнить. Мэри в своем репертуаре. Так не пойдет. Эти витаминки обязательно помогут. У каждой подруги они своего цвета. Вкусняшка. Как же сложно врачам с такими тонкими натурами. Можно взглянуть на результаты УЗИ. Ого! Такое доктор видит в первый раз. Цветные малыши? Это что-то новенькое. Это точно не сон? Увы, нет. Ох, а это еще что такое? После насыщенного дня надо срочно в ванну. Расслабиться и отдохнуть. Какая прелесть. У Барбары тут все синее. Даже вода. Водные процедуры здесь сплошное удовольствие. Особенно если добавить немного голубых пузырьков. В этом синем великолепии Барбара может провести целую вечность. А у Пенни в ванной правит розовый цвет. И тут место только нежным цветочным ароматом. Пусть малыш еще в животике привыкает к прекрасному. Розовая морская соль. Так приятно. Вот это релакс в стиле пинг. У Мэри в ванной настоящее царство природы. Только посмотри, тут как в сказочной пещере. А сама Мэри, как прекрасная лесная королева. Все, к чему она прикасается, бурлит и пенится. Ох, никак не достать. Хорошо, что у нее есть эта палочка-выручалочка. Решено, она проведет тут весь день. Расслабление на максимум. Все, довольна этих беременных тайн. Пора узнать, кто живет у них в животиках. Девочки, как вы считаете? Кажется, подружки не против. Значит, решено. Официант, мы готовы сделать заказ. Нам предсказательные кексы. Те, что специально для беременных. Странный заказ. Но в этом кафе уже привыкли к таким запросам. Тут замечательный сервис. Приятного аппетита, мамочки. Итак, приступим. Тут все просто. Начинка кекса определяет пол малыша. Ура, у нее будет девочка. А у Барбары голубой кексик. Выходит, у нее в животике живет мальчик. Какое чудо! А что у Мэри? Упс! У нее зеленый десерт. Это признак двойни. Какая неожиданная новость. Но двойня – это двойная радость материнства. И кажется, пора бежать за второй коляской. Как тебе наши беременные скетчи? Кто из беременяшек тебе понравился больше? Розовая Пенни, синяя Барбара или зеленая Мэри? Расскажи нам об этом в комментариях. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Не пропусти новые цветные челленджи на канале Трум-Трум Селект.